27 декабря около 3 часов ночи на дорожном отрезке со стороны шоссе Тюнина в направлении поселка Керамзитный 36-летний водитель не справился с управлением и допустил съезд в кювет. Прибывшие на место ДТП сотрудники госавтоинспекции не без труда вытащили водителя из автомобиля и сопроводили до служебного транспорта полиции. В результате аварии водитель иномарки не пострадал. Чуть позже выяснилось, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. По данному факту сотрудниками ГИБДД был составлен протокол в отношении пьяного водителя.